Сейчас невозможно представить нашу жизнь без средств массовой информации. Но в этом бесконечном потоке очень важно выделять достоверные данные. Не случайной темой международного молодежного лагеря БРИКС в этом году стал медиа. На панельной сессии «Современные медиавызовы и ресурсы их преодоления» прошла дискуссия на тему работы средств массовой информации. Я буду рассказывать о деструктивных медиапотоках и способах их нейтрализации, потому что подобные коммуникативные угрозы, они являются общими и для журналистов в России, и для наших коллег и в Китае, и в Бразилии, и в Южной Африке. И мы будем учиться, и в Индии, кстати, тоже, смотреть, что представляет угрозу нашим общим ценностям, как противодействовать идеологии, допустим, экстремизма в медиа, как случайно не нанести какую-то травму массовой аудитории. На сессии обсудили роль СМИ в сближении народов, влияние СМИ на роль БРИКС в международных делах, а также новые тенденции. На мероприятии присутствовали журналисты, блогеры, обозреватели из 5 стран-участников БРИКС. Поскольку мы как журналисты международки, мы следим за то, что происходит во всем мире в последние годы, особенно на фоне нынешнего геополитического изменения. Мы следим за этим, но как в Китае, так и в России, горячо обсуждают, что произойдет с нашим миром. Международный молодежный лагерь БРИКС прошел в Ульяновской области в 3-й раз. Участниками стали молодые лидеры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Кирилл Савосин, Марат Мигдеев, Управда ТВ.